10 августа в России отмечается День физкультурника. У этого праздника свои традиции, большинство из них не меняется уже 80 лет. Негласный девиз праздника – спорт для всех, и неважно, любитель или профессионал. Торжественное открытие Дня физкультурника пройдет в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Центральной площадкой Чувашии станет стадион Олимпийский в Чебоксарах. Организаторы постарались сделать так, чтобы спортом смогли заняться все желающие. Возраст, навыки не имеют значения. Для ветеранов – легкоатлетический забег, для молодых – всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и финальные игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. На стадионе «Труд» разыграют сразу два Кубка Чувашии по футболу. Во всех районах республики организуют массовые спортивные старты.